Ну а Виталий Кличко, как выяснилось, ненавидит снег. Его же надо убирать. В этом киевский городоначальник признался в интервью телеканалу News One. Причем говорил Кличко, на удивление, гладко накипело, видимо. Пока не был мэром, я так любил снег, что-то новое. Сейчас, став мэром, я начал снег ненавидеть, потому что его нужно убирать очень быстро и в короткие промежутки времени. Но в Москве тоже снег.